Светодиодные светильники, которые сейчас устанавливают на улицах городов и сел, настолько яркие, что превышают нормы освещения. Это подтверждают замеры, которые накануне вечером сделали в Бендерах. Наш корреспондент Юрий Чернявский увидел, как измеряют свет и что показал прибор. Почти как в строчках блока. Ночь, улица, фонарь, люксометр. Вот он в руках у технического директора ЕРЭС. Размер прибора, как у старых моделей мобильных телефонов. Люксометр измеряет уровень освещенности в помещении или на улице. Единица измерения – люкс, что в переводе с латыни означает «свет». Мы для себя после монтажа светильника уличного освещения проверяем, как, насколько лучше либо хуже и соответствует ли нашим нормам уровень освещенности после замены светильника старого образца на новый. Вместе с Андреем Расколой поздним вечером мы приехали на улицу Коммунистическую в Бендерах. Здесь вдоль оживленной дороги вместо прежних ртуть содержащих ламп недавно установили около сотни новых светодиодных. Гендиректор ЕРЭС достает люксометр, смотрим показатели. Мы можем выйти просто на проезжую часть, соответственно, уровень освещенности показывает 70 люкс. Это соответствует более чем достаточно, даже больше, чем норматив. А какой норматив? До 25 люкс. У нас показывает 67 в данной точке. Делаем еще один замер в другом месте. Частный сектор. Дорога здесь уже, лампа новая, но ее мощности ниже. Больше в этом месте просто не нужно. 36 люкс. В данной ситуации достаточно 15 на этой ширине дороги. Проходим немного выше. У дороги стоит старая лампа. Это заметно даже без прибора по характерному желтоватому и тусклому свету. Делаем замер. В данной точке прибор показывает 5 люкс. Тяжело даже просто рассмотреть глазом, хотя мы находимся под фонарем. Соответственно, после замены этих всех ламп здесь будет уровень почти в 6-7 раз выше. А это улица Ечина. Здесь лампы еще не поменяли. Дорога освещается слабо, но скоро это исправят. В рамках государственной целевой программы в Бендерах все старые уличные светильники поменяют на новые светодиодные. Это более 4500. А всего по республике заменят 25 тысяч ламп. Программа рассчитана на 5 лет. И это самый крупный в Приднестровье государственный энергосетевой проект. Юрий Чернявский, Дмитрий Хаджиогла, ТСВ.